Всем привет! Меня зовут Кирилл Кринкин. Вы никогда не задумывались о том, что объединяет телефон, телевизор, беспроводную точку доступа, высокопроизводительный сервер и даже автомобиль? Многие из них работают под управлением операционной системы Linux. Для того, чтобы запустить Linux на любом устройстве, требуется довольно большое количество магических знаний. Нужно знать, как сконфигурировать и собрать ядро, как его загрузить, как создать драйвер устройства. Войти в этот мир не так просто, но именно наш курс поможет вам это сделать. В нашем курсе вы научитесь использовать внутренние структуры ядра, разрабатывать драйверы простейших устройств, работать с прерываниями и таймерами, создавать и загружать модули ядра. Для проверки ваших решений мы разработали специальную проверяющую систему, которая позволяет тестировать ваши решения в том самом окружении Linux, в котором они обычно работают. Для того, чтобы пройти наш курс, вам потребуется 4-5 часов в неделю. Курс стартует совсем скоро, присоединяйтесь, мы вас ждем.